Переносимся в 93-й год. Скандалы на время отброшены, и надо играть матч шортом. Как вообще воспринимался новый соперник? Облегчение было какое-то? Слава богу, господи, хоть... Не, облегчение было, когда шорт выиграл у Карпова. Это уже осталось в прошлом. А сам матч шортом... Какие-то такие мутные воспоминания у меня. Хотя много мы работали, готовились, но никаких кардинальных изменений не было. Хотя вот первый раз эта подготовка проходила в Хорватии. С лета 93-го года я каждый год уже проводил в Хорватии, тогда на Красном острове. Монастырское здание, переделанное под отель. Но это только начало было вот перемен, когда еще там остатки бывшей Югославии чувствовались. Вот. Но в целом все равно как бы все уже менялось. Подготовка вроде была как бы она достаточно основательной. Но все равно ощущение какое-то было странное, потому что уже разлад, уже там параллельный матч. То есть и при этом, значит, уже надо думать не только о шахматах, а о том, что будет потом. Ну, я уверен, что матч я выиграю. Вот, ну, а что mm-hmm. будет потом, а как это делать, а как делать цикл вообще. Куда денется «Таймс», вот это вся. Ну, ведь это же все было, я уже начал понимать, скажем так, слишком спонтанно. Потом это появится «Интел», как бы, но в тот момент все будущее выглядело достаточно туманным. Шахнуло, давали какую-то отдушину. Тогда принял решение, что надо постараться как бы избежать линий прямых, где шорту будет комфортабельно. Mm-hmm. Но это в первую очередь, конечно, касалось «Гамбита Маршалла». Шорт регулярно играл. Mm-hmm. Честно говоря, мне даже не хотелось влезать в эти дебри. Mm-hmm. Вот. Но хотелось играть Е4, как шотландскую. Я тоже думаю, я сыграю, но все-таки хотелось в панку поиграть. И я помню, в подготовке я обратился к Ефиму Петровичу Геллеру. Когда мы обсуждали позицию, значит, я спросил Геллера, в принципе, какие-то у него идеи, потому что он сам же очень много играл за оба цвета позицию, то и маршала играл сам. Геллер все это посмотрел и сказал, что очень сложно. Говорит, в принципе, говорит, ходить, говорит, лучше, говорит, А4. Говорит, значит, избежать маршала, значит, да, значит, А4. И потом слон Б7, Д3, Д6, это была позиция. Кстати, мы смотрели еще с Тимощенко перед матчем с Карповым, то есть поэтому, когда все ходили конь С3 тогда, здесь как бы там конь С3, конь А5, слон А2, Б4, там конь Е2, С5 и так далее, в принципе, это. Вот. Геллер после раздумий там пришел ко мне тогда и сказал, что, знаете, говорит, конь С3 неправильный ход, ходить надо конь Д2. Угу. Вот, как бы, вот, в принципе, с этим материалом пошел играть, да? Я пошел играть. Чтобы вообще коня надо тащить через Д2, оставить возможность для хода С3 здесь, как бы, вот. Вот это вот была моя базовая подготовка в оружие, испанке. Хотя надо сказать, что я вообще всегда испытывал слабость вот этим построением, вот или к медленной итальянской, особенно в испанский, вот когда на D3, C3, как так перемещаться, в общем. Как-то мне всегда это казалось интересным, и поэтому легло очень хорошо. Ну, черным, естественно, играть надо было Найдорфа. Там мы много смотрели и слон Е3 систему, английскую атаку, шорт не сыграл ни разу. Практически не смотрели ход слон С4, который шорт начал играть регулярно. Да. Также, я помню, вот если говорить про подготовку, мы обсуждали, что будет, если шорт сыграет слон G5 в Найдорфе. Значит, вот здесь слон G5. Вот, там, Е6, Ф4, там, вот, ферзь Б6. Я, значит, начал смотреть с Магерамовым, это старые еще анализы были, а потом, значит, мы сейчас, кстати, начали их проверять. Но я подумал так, пойду на, если мы слон G5, пойду-ка я конь С6 сначала. Uh-huh. Вот, на ферзь D2, Е6 перейду, значит, в раузер, а потом подготовимся. Так в итоге получилось. Во второй партии был это, в четвертой был ферзь Б6. Да, подход был. Ну, вот, кстати, вот той гибкости, которой потом мне будет не хватать. То есть не очень глубокая подготовка была, но всегда были какие-то идеи здесь, там. Угу. То есть, вот, ну, естественно, в D4 там, вот, в защите Немцовича мы там смотрели что-то, хотя, надо сказать, что Шур там был хорошо очень подготовлен. То есть у него было много готов и в испанке, значит, что для него, конечно, казалось, сюрпризом оказалось здесь медленная система. Немцович, у него была подготовлена система целая, которая по ходу дела начала прогадать. Mm-hmm. Здесь, значит, он подготовил, в принципе, очень много со Солнца 4, в принципе, вот. Ну, то есть к матчу Шорт был готов хорошо. Mm-hmm. Не сложилось у него. То есть в первой партии, когда я сыграл систему с А4, он пошел Б4, так довольно быстро. Я его переиграл полностью. В какой-то момент нужна была точность в завершении. Ну, я промедлил, и в итоге получилась ситуация, в которой мне уже надо было спасаться. Шорт, забыл он про часы или не забыл он про часы, но время он просрочил. Угу. Причем в позиции, которая уже у него была лучше.
Ну, сложно играть первую партию матча на первенстве мира. Да, он просрочил, да. Кстати, очень интересно было, как, значит, комментаторы объясняли английской публике, что случилось. Ну, кроме в Лондоне, вот там, в гостинице «Совой». Матч, кстати, транслировался, да? Это был матч, который транслировался. Да, матч транслировался. Надо сказать, что нет, с освещением матча все было хорошо. Все было на высоком уровне, действительно, там, как матч на первенство мира подавалось, все. Ну, газета «Таймс» все-таки, Кин там все-таки... Что про него не говори, был хороший организатор. Все сделано было... Все было сделано на высоком уровне. Ну, вот я помню, как пришлось объяснять, что такое просрочка времени. Партия закончилась. А почему партия закончилась? Сделаны были... два стула. Черный и белый, да. Да. И вот на котором, вот мой стул, на который мне достался, там была вот как раз финальная позиция первой партии, где просрочил время, да, диаграмма. Ну, после первой победы была ничья во второй партии, а потом я выиграл третью партию, тоже испанка была уже. Шорт был явно не в своей тарелке. Четвертая была очень, очень сложная партия с отравленной пешкой, вот ферзь на 6. Он подготовил новинку, шорт, вот, но... Опять не его позиция, как бы. Кстати, он потом поймет, что, в общем... И в итоге я эту инициативу перехватил, очень там хорошо там пожертвовал качество. В общем, выиграл партию. Ну, практически матч закончился. 3,5 на полочка, причем всего одну калитку. Хотя дальше будет много интересного. И там в пятой партии он там, я сыграю D4, он Немцович применит новую идею, очень интересную. В шестой, по-моему, начнется слон C4. Длинная дуэль будет в Созино таком модифицированном. Тоже интересная партия. В принципе, матч был интересный. Шорт потом атаковал белыми, в общем, черными. Там тоже что-то придумывать пытался. Скажем, борьбы не получилось. Ну, то есть, хотя, если смотреть на партии, то действительно все было далеко не так очевидно. В какой-то момент там не хватало ему пороху, там, в 10-й партии. Он там совершенно выигранную позицию там не сумел довести до конца. В итоге там удастся, когда уже при счете 6-0 размочить счет, как бы, но это... На исход матча, естественно, не повлияет. В конце надо было как-то там заполнять время, потому что там 4 партии осталось, надо там пытались сделать какие-то гамбиты играть. Ну, то есть что-то связано было с попытками там того же Кина воспроизвести вот эти вот этот дух старый, вот этих английских клубов шахматных. Вот это, ну, вот, попытка найти что-то было новое, как бы, ну, опять. Меня, честно говоря, все это там уже не волновало. Я думал о том, что будет потом. Потому что стало ясно, что потом все было очень-очень так туманно, покрыто какой-то такой дымкой. То есть партии, которые там были, но, может быть, имеет смысл только седьмую посмотреть партию. Давайте посмотрим. Да, значит, седьмая партия, значит, в очередной раз, значит, мы, значит, перешли, значит, в это испанка, значит, рокировка, слон Е7. Слон Е7, ладья Е1, Б5, слон Б3, рокировка, значит, А4. Слон Б7 пошел, слон Б7, Д3, Д3, Д6, пошел за Д6, конь Д2, конь Д2, конь Д7, значит, здесь пошел конь Д7, да, конь Д7, С3, С3, конь С5, АБ. Ну, есть еще ход слон С2 здесь, но тогда надо считаться с конь А4, в принципе. Черные пешки портят, но остается два слона, поэтому я как с АБ играл, АБ, ладья Б8. Он пошел, шорт побил слоном здесь, наверное, да. Слоном, да. Ну, в принципе, есть взятие ферзем здесь. Значит, слон С2, так у меня с Топаловым было, значит, Топалов сыграл здесь... Сейчас посмотрю на позицию. Так, я вам сейчас скажу. Б4 сыграл Топалов, я думаю. Б4. Б4, Д4. БЦ, конь Д7, конь Ф1, он пошел, по-моему, слон Ф6, да. Да, ну вот мы здесь много смотрели, как раз, ферзь А1, мы смотрели, конь Е3, ферзь С3, конь Д5, ну, в общем, в итоге, вот, там, смотрели, белых там лучше, я уже всех вариантов не помню, вот, но там, это жертва пешки, нам очень понравилось. В общем, я тут ждал, что, может быть, сейчас нам удастся это сделать, но шорт пошел здесь, слон Бета8, слон С2, ну, ход более пассивный, на самом деле. Все-таки лучше ферзя было, конечно, активизировать. Здесь сразу слон Ф6, но тогда уже Б4 белый ходит здесь. Все-таки, ну, получается такой, как бы, мне кажется, очень гибкая позиция. Конь куда? На Е6 пошел здесь, да, у него? Конь Е6, конь Е6. Конь Е6, конь Ф1, да? Конь Ф1. Слон Б7. Конь Е3.
G6. G6. На F5 не пускают. Ну, с другой стороны, мы не обязательно на F5, конечно, он B3, да, по-моему, пошел здесь. Да. Ну, это так, даже сейчас рука сама ведет. На самом деле, позиция, она как бы у черных достаточно прочная, но, с другой стороны, у белых тоже все очень комфортабельно. Вот как бы и разные возможности там создавать давление, в то время как черным, по большому счету, особенно делать нечего. Ну, там пытаться D5 провести, но это слон G7. Двигаю пешку вперед, да, здесь уже. H4. Ну, а как же. Начать немножко прослаблять уже здесь. В книге это называется «Продолжай играть а-ля Стейниц». А-ля Стейниц. Сейчас бы по-другому уже сказали, да? Ну, да, а-ля Альфа-Зиро, да, а-ля, да, что-то такое. Ну да, да. Ну. Да. Нет, на самом деле достаточно очевидно, что, в общем, белые могут себе это позволить, потому что, опять, они все-таки при общей такой внешней симметрии, они все-таки контролируют больше полей здесь. Ну вот, как бы, и поэтому черным не так просто план придумать здесь. Солнце 8 пошел, H5, да? H5. H5, ну, тут начинаем терроризировать немножко. Король H8. Король H8. Вот. Не очень ход. Ну, я уже не помню детали все. Как говорят, конь D5. Конь D5. Еще H6 угрозу при случае создаем. Так, на всякий случай. G5. Ну, да. Ну, решил как бы кардинально решить вопрос. А здесь не G-H надо выбрать случайно? Да. G-H, да. G-H. А, нет, G-H. GH плохо. GH плохо. Просто G3, G3, конь H4, король G2, ладья H1. Такой план, да. Да, значит, какие-то планы были, да. На самом деле, опять, белый контролирует все-таки доску. То есть, поэтому черным не так просто что-то придумать. Ну, видимо, поэтому шорт G5 сыграл. Как бы надоело уже здесь все-таки следить за какими-то разными движениями. Я не знаю, сколько H6 является угрозой, но проблема, что черным надо что-то делать. Скажем, на коне E7, а 6 уже выигрывает. Поэтому следующий ход надо сделать какой-то. Вот. А белые могут действительно G3, король G2 сейчас ходить, ладью сюда перевести. Поэтому... G5, ну, может быть, не так плохо. Да. Конь E3. Ну, естественно. Мы обратно пошли. Вот. Конь F4, да? Да, конь F4. G3. G3. Конь H5, да? Конь H5 и конь F5, да. F5 теперь. О, конь. Козырный какой конь. Ну, да, ну теперь немножко черные... Ну, пешку они выиграли, это надоедливо, но, с другой стороны, теперь немножко позиция... Что хуже стало? Ну, она не хуже стала, дырявее стала. Слон F5, да? Да, слон F5 и ферзь D7. Ферзь D7. И здесь я что-то вот такое ощущение, что не лучшим образом сработает, да? Вот я вот человек... Слон G5. Слон G5 я пошел, да, здесь? Да, почему? Отличный ход. Ну, слон G5 еще нормально, да. Слон G5... Здесь брать пешку нельзя. Потому что слон D5 просто ходит. Угу. Просто да, нет. Да. Слон D5. Вот тут все так получается. Слон D5. Потом слон E7, конь H4. Тут вообще. Угу. Откуда этот конь хоть вообще тут? Такие-то такие. Горе начинается. Конь ушел, слон туда, конь туда. И все висит вообще, все падает. Угу. Вот. Значит, он пошел конь H6 пошел. H6. Конь H4. Конь H4. Нет, правильный ход, конь H4. Конь H4 не очень. Да, вот ощущение, что я начал здесь не то, чтобы делать. Надо было слоном уходить просто куда-то, да? Ну, был король G2 и ладья H1. Король G2, вот, да, вот, вот. Все. А, еще слон H6 был ход. О, слон H6. Слон H6 это уже компьютерная игра, да, слишком, да, да. Но король G2 вполне найти можно было ход. Да. Король G2, я думаю, что здесь все, конечно, да. Вот. Тогда бы партия приобрела бы цельность. Да, да. Вот король G2, партия приобрела бы цельность. Вот. Ну, цельности не хватало тогда, я еще раз играл все-таки матч немножко так, в каком-то тоже тумане. Конь H4, да, конь F6. Слон H6. Надо было слон H6 брать, но это, к сожалению, уже ферзь H5. Конечно, выглядит красиво, но король G7, да? Король H7. Король H7. Ну, конь F3, да? Нет, теперь конь G2. Конь G2 пошел. Да, ну, пытаюсь коня теперь перевести. Конь E7, да, он пошел? Да, конь E7. Конь E3. Конь E3. Конь G8, да? Конь G8, да. Ну, переключился. На защиту. Да, все, перешел конь на G8. На самом деле, может, еще какая-то, как-то черные могут держаться. Если, я помню, D4 пошел. D4, да. Ну, это, по-моему, не лучше. Цвет надо. Да, ну, это ну, как нормально. Это как-то подскрыть. Подскрыть игру тут. Угу. Взял. Вот, взял ЕДЦ, да? Да, и слон D4. D4. Не выглядит. Конь G4, да? Да. Так. Ну и здесь шорт где-то ошибся очень, я помню. В какой-то момент допустит решающий ошибку. Король G7. Король G7. Конь H6. Король G7, конь H6, да.
Да. Неожиданно. Да, вот, вот это. Ну, не знаю, здесь какие-то защиты, как защищаться нам можно было, наверное, но... Слон g5 надо было играть. Слон e5. Ой, вместо слона d4. Ну, после слона d4 нет уже. Слон d4, конь g4, да. Слон g5. А, ну, здесь слон g5 сразу надо было пойти, да? Да, да, да. Ясная пойти. Укрепиться немножко. Да. Ну, да, понятно. Просто. Да. Может, конь f6, кстати, я сейчас смотрю так. Ну, да. Это что, не очевидная позиция. Вообще не очевидно. Да. Ну, вот поэтому вот было... А, слон d4, конь g4 уже, да, все. Потому что король g7, ну, красиво, конь h6 еще есть. Ударно, если здесь... И выясняешь, что после взятия ферзь g5 шах, f6, еще слон c2 подключается. Угу. Да. Пошел, по-моему, да, слон f6. Чем ты побил на f7? Слон f7. В молодых, как в молодые годы это называется, да? Да, 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 вот так просто. Это такая интересная такая партия с Карповым. Невозможно себе представить такую партию. Да, скорее всего, Карпов просто... Не позволил. Да, так. Ну, на самом деле, это проблема была. Шорт в решающий момент не выдерживал напряжения. Но я играл тоже довольно нечисто все-таки на матч. Но ведь играешь же так, как бы не тратишь же больше сил, чем нужно, чтобы обыграть соперника. Если он обыгрывается и так, наверное, и напряжение другое. Просто, наверное, да. Ну, я сейчас говорю про матч. У меня другие голова в другом месте была. То есть, на самом деле, я играл достаточно так отвлеченно. Ну, да. Мы серьезно готовились, там много, очень много, кстати, смотрели, я помню, с Макаровичем мы смотрели французскую. А, Шорт ее много играл. Да, играл. Да, третий ход конь c3 мы начали смотреть, вот слон b4, e5, вот главные ветки там с этими с осложнениями, здесь пешки жертву, здесь какие-то. То есть, на самом деле, очень много анализов было сделано, там, как бы на будущее задел был такой сделан. Может быть, кстати, по количеству там разных линий, которые смотрели, там, это такой, на тот момент это был там, для нас прорыв. Во-первых, почти ничего не реализовалось, а кроме того, ну, все это было очень такое, да, в достаточно сыром виде. Да, там были интересные моменты, когда вот Немцович, он там вот, применил свою там, новинку, там, мне просто интересно было, как потому что позиции возникли очень интересные, запутанные такие, очень нестандартные, вот. То есть я там выбирал то, что мне интересно, как сыграть интересно. А в общем, в целом, как бы итог матча, четвертой партии был определен. Я помню, там был Патрик Вольф, там уже как раз после четвертой партии он был. Гроссмейстер американский Патрик Вольф, после четвертой партии, по-моему, там вышли, поговорили, и он... Не, ну, как бы все понятно здесь, но, говорит, в общем, ты там смотри, там, в общем, работаем там. Анант на подходе. Mm-hmm. Патрик будет с ним работать, с Анантом. То есть легкой жизни не будет. Ну да, новое поколение пришло, да, как мы говорили. Предупредил. Ну, по большому счету, как новое. Я 63-го года, Шор 65-го, Анант 69-го. Тоже это, да, новое поколение, но... Почему-то это воспринимается как новое поколение. Да, но потому что я начал играть раньше, просто я же все-таки, я был как бы завершающим в том поколении. Ну то да. Есть, потому что 63-й год, это условно, там, Долматов, Юсупов, ну и так далее. То есть, вот, кто старше меня. Большая разница. Да, да, вот, это уже там конец 50-х, начало 60-х годов все-таки, да. А это уже было поколение, Шорт, как бы был он... на пересменке. Да. А поколение новое, вот если смотреть уже, это будут, конечно, Иванчук, Гельфанд, Анант, если смотреть, 68-69 год. Хорошо, это уже следующий поколение. Ну, они все одновременно пришли. Ну, интересно все-таки, потому что здесь вот тут тоже вот получается парадокс, да? У меня с Анандом разные поколения, да, значит, как бы скажем, да. А Ананд Крамник одно, хотя Ананд... А разница? Ананд-то 6 лет старше. Такая Крамник, да. Да. Ну, а Широв, да, сколько? Широв 71-го года. Широв 72-го, да. 72-го или 72-го? 72-го года. Вот, значит, в принципе, ну, тоже... То есть, вроде бы одно поколение, но... Ну, мы смотрим не по годам, а по времени прихода. По времени прихода, да, ну да. Поэтому они вот... все пришли одновременно. Иванчук, Гельфанд, Анант. Да, в 92-м году. Да. Ну, вот так Почему вот. В 92-м году? Анант... Иванчук и Гельфанд уже выиграли межзональный в 90-м году. Так, на всякий случай. Нет, да. В 90-м году Манила. Да, да. Нет, уже... В 92-м году Крамник пришел. Крамник пришел в 92-м году, да. Я путаю. Крамник, конечно, да. Конечно, эти уже играли, и причем Широв тоже уже играл тогда. После матча с Шортом какая-то ясность появилась, потому что удалось найти спонсора. Европейский Intel, вот европейское отделение Intel через такого американского лойера. Любил шахматы, и сам Боб Райс немножко играл. Вот такой он, у него клуб такой на Уолл-стрите он сделал. И нашли контакт. И был первый, как бы, вот, на самом деле, первый коммерческий контракт в шахматах, коммерческое спонсорство Intel 1994-1995 год. Но это легендарное все-таки событие для шахмата. Оно было, да. Такого уровня компании в шахматах не было ни до, ни после.
на регулярной основе, да. Вот на регулярной основе, ну, конечно, не было, да, на регулярной основе было 2 года. Ну, к сожалению, общая обстановка в шахматном мире не поспособствовала. Но это был ваш контракт, да? Вы с ними абсолютно общались? Нет, естественно, да. Удержать контракт оказалось невозможным, потому что, ну, любая компания, она же смотрит на, как бы, на отдачу, на пиар. Но когда там они постоянно читают о каких-то дрязгах в шахматном мире, о каких-то проблемах, о том, что это все делается там не из добрых побуждений. То есть, на самом деле, ну, кому это надо? Особенно в Германии там. Отдельные индивидуумы, они получали большое удовольствие от тотальных атак на нас. И 2 года эти, как бы, ну вот они действительно остались в истории. А при этом самое забавное было, что те люди, которые страшно, значит, были недовольны всеми этими попытками создать вот такой независимый профессиональный шахматный пул, они потом же меня еще будут обвинять, что, как бы, спецконтракт с Intel, к окончанию которого, к разрыву с которого они приложились там немало усилий, это будет моя вина, потому что я буду играть с IBM. Хотя совершенно четко зафиксировано было. Это были не связанные события? Нет, в шахматном мире есть такой пиар. Они были связаны только в обратном порядке. На самом деле... Ты ушел? На самом деле, я уже знал, что... Intel ушел не из-за того, что вы начали играть матч с IBM. Конечно, естественно, нет. Контракт с Intel завершился в 95 году, и уже осенью стало очевидно, то есть, как бы, что, ну, разговоры с ними, что они контракт продлевать не будут. Начало переговоров с IBM проходило на фоне того, что Intel должен был принять решение, и я согласился играть матч с IBM, когда стало очевидно, что история завершилась. То есть никакого контракта с Intel больше не будет. Более того, я даже пытался тогда найти какие-то возможности проводить все равно гран-при. Значит, вот, ну, 2 турнира было. Один в Москве был, кстати, проведен был, как вот кремлевские звезды, вот, а второй в Женеве, Credit Suisse. Тоже, как бы, ну, через мои контакты все сделали. Но на этом все кончилось, потому что сделать весь цикл не удалось. То есть я даже пытался там с IBM договориться на ходу уже после первого матча, но, как бы, они особого интереса и не продемонстрировали. Хотя, может быть, вот тут уже, наверное, можно было, мне кажется, их заставить. Я сейчас не проявил достаточного рвения, заставить их все-таки профинансироваться хотя бы 1 год, потому что они очень хотели играть матч-реванш. Тут я могу себе предъявить некоторые претензии. То есть, как бы, тогда... Мне казалось, что на самом деле это автоматически случится, но я просто не понимал, как в корпорациях надо было жестко привязывать одно к другому, потому что они, как только они поняли, что матч-реванш состоится, а то другое подразделение, которое отвечало бы за вот это, потому что разные подразделения, они просто эту тему заиграли. А я думаю, что в тот момент, вот как раз вот после большого успеха первого матча 96 года, можно было попробовать, конечно, дожать. Но это будет потом уже. А в 94-м начинается новая история шахмата. Такое двоевластие. Потому что Карпов тоже стал чемпионом. Причем именно, как бы, Карпов, что и создало дополнительную интригу. Ну, при этом еще такой разрыв внутри России происходит. Тоже раскол. То есть, на самом деле... Федерация. Да, федерация, да. То есть, вот эта ситуация, она, конечно, с одной стороны создает интригу, а с другой стороны, надо же как-то двигаться вперед. Уже как раз, интересно, есть обоюдное понимание того, что надо что-то делать. Камбоманов тоже понимал, что он там сделал где-то в Индии, это Санги-Нагар цикл. Мы начали делать параллельный цикл. Благодаря Intel начали делать параллельный цикл. Ну, естественно, все начали играть и там, и там. А Камский вообще же мог выйти на 2 матча, да? Мог выйти на 2 матча, да. Это было бы мог выйти на 2 матча. С другой стороны, я говорю, вот был интерес, потому что бурная шахматная жизнь была. Я помню, там как раз обсуждался, где играть главный матч, потому что мы так и не знали. Опять, учитывая, что это все-таки штаб-квартира Intel была в Германии, европейского Intel, то смотрели на немецкие города. Я помню, в 1994 году на Олимпиаде в Москве, тоже, кстати, отдельная история будет, потому что и Олимпиада должна была провалиться в 1994 году. Просто шахматный мир, в принципе, там шел коллапсу. Ну, потому что исчез Советский Союз, как бы. Камбоманов, который жил благодаря вот этим всем интригам, он, в общем, оказался реально без средств. Ну, матч можно провести было. Причем оплата призового фонда матча Карпов-Тима, она была сделана из депозита, которые внесли американские организаторы, которые не смогли организовать матч в 93-м году, потому что, я думаю, в Лос-Анджелесе удастся организовать. И был депозит, вот, который был внесен в 500 тысяч долларов, вот, и который, в принципе, был Камбоманосом использован для матча Карпов-Тима. Карпов окрылило эту ситуацию. И, естественно, Карпов окрылило, потому что реанимация была. Вряд ли бы он сумел бы снова пройти весь цикл, но он снова оказался наверху. И Ленинград с 94-го года, триумфальный турнир,
Хотя, конечно, ну, я, нельзя критиковать человека, который выиграл взял первое место с таким отрывом, но, конечно, уровень везения был какой-то фантасмагория. Просто складывалось вот все. Вот просто открываешь прыгу, в туз лежит. Понимаешь, кажется, все время это просто... На меня это сам действовало, потому что я имел после 6 туров 5 очков. Причем я прилично играл. У Горбова 6 очков просто. Да. При этом там какие-то партии были, я помню, там партия с Иванчуком или с Лескусом. Ну, человека там к 15-му ходу там, плохие пайцы черными. Просто все, вот, все складывалось, просто все ложилось. И как он от меня это подействовал? Потому что я скопал сейчас за 4 тура до конца, вот у меня тоже какой-то результат очень большой был там просто. Значит, я, к 9-му туру у меня было, наверное, 7,5 очков было, наверное, у меня к 9-му туру. После 9-го тура. А у Карпова было 8,5. Понимаешь, просто, у меня был результат там какой может быть. Ну и потом там будет вот партия с Крамником, очень интересная партия, Карп Крамник ее выиграл, и начинаются мои там злоключения с Крамника. Потом, правда, я выиграл у Ананды хорошую партию, уже не имел значения, потому что Карп выиграл турнир, там набрал там что-то, там, 11-13 набрал, какой-то невероятно, что безумный результат. И опять это создает новую интригу, потому что Карпов, он... Так, выиграл блестящее возвращение. Ну, 94-й год. Не простят мне наши зрители, если я все-таки не спрошу вас про эту злополучную партию с Полгар. Как бы из этого сделали такой огромный скандал. Скандал сделали, потому что как надо было мне вывести из себя, там просто вот. Это же замедленная съемка, там одна, по-моему, 64-я секунды. Но я не чувствовал, что я коня выпустил. Я не знаю, просто. Там одна или 32-я секунда, какая-то там... Ну, человек не может это почувствовать, в принципе. Вы отпустили или нет руку, это, ну, это тут... В принципе, ну, вы... Я говорю, это все-таки мы говорим про мгновение просто, которые... Тем более, что во время партии. То есть, ну, она посмотрела на судью, я посмотрел на судью, конем сыграл в другое место. Но после этого, естественно, конечно, это там... Они показывали везде, там, естественно, там это... Ну, это надо было раскрутить историю, ну... Что могу сказать? Ну, с Полгур после этого нормально все было? Всегда были нормальные отношения, как бы играли, никаких проблем не было. А потом начинаются вот эти рапиды, интелловские рапиды. Я вообще считаю, это вершина, как бы, скажем так, вершина шахматной, профессиональной шахматной жизни, скажем, ни до, ни после, ничего подобного. На самом деле турниры были достойные, они все-таки проходили, ну, скажем, не... Ну, Линарес все-таки деревня. И не в каком там, какой-то индийской там тоже, там, глуши, да, не в Элисте, все-таки Москва, Париж, Лондон, Нью-Йорк. Турниры, они действительно, мне кажется, сыграли свою роль вообще в формировании, вообще имиджа быстрых шахмат вообще, вот вся идея, вот эти быстрые шахматы, она уже полностью обрела уже, как бы, ну, свое лицо. С тайбрейками, то есть на самом деле. Много же там правил формировалось. Там. Я помню, сначала вообще играли по 5 минут, нам белые должны играть. Потом, естественно, стал 6 на 5 играть, по-моему, начали. Потом в итоге 5 на 4. То есть, как, ну, Армагеддон какой-то? Армагеддон, решающая партия. Вот Армагеддон там выясняли, в принципе, как правильно делать. Сошлись там на 5-4. По-моему, сейчас там, по-моему, тоже считается так, в принципе, 5-4. Да. 5-4 считается наиболее как бы в процентном отношении справедливым, хотя все равно большинство выбирает черный. Кстати, в Москве я тоже сыграл неудачно, опять проиграл Крамнику в четвертьфинале. В Нью-Йорке я добрался до финала, опять проиграл Крамнику в финале. А в Лондоне вообще была катастрофа, я там устроился в компьютеру уже в первом туре. Но, с другой стороны, опять все было... Все было очень, я говорю, очень необычно, новое такое вдохновляющее было. Хотя неожиданно там, потому что все почему-то провалились в конце, мне там удалось там настигнуть, выиграв Париж. В Париже, кстати, мне всегда все хорошо игралось. Там было два турнира Имапар Трофи, вот в 90-91 году. Первый я выиграл, а второй я проиграл Тиману в финале, но добрался до финала. Нет, три было. И третий я выиграл в 92-м году. И было два рапида было. Я выиграл оба рапида. Я выиграл у Крамников там Армагеддон в полуфинале. Потом легко выиграл в финале Николича. Потому что шахматы до этого и после были очень статичными такими. На самом деле, во-первых, по телевидению все-таки. Вот то, что было в Лондоне во время матча Шорта. Значит, это важный момент. Все-таки телевизионная трансляция настоящая, профессиональная, там уже
а с большим телевидением, то есть с серьезными, серьезными комментаторами. Потом вот эти рапиды, они дали тоже вот, вот тот самый толчок, потому что, ну, интересно смотреть, то есть как бы даже вот не до конца понимая, все равно вот, вот сама динамика игры, как там в тему влетают, да, такой экшен. Вот поэтому действительно это был момент такой, кажется, переломный в шахматах был. А то есть они были достаточно, они просто были очень демократичными. Там, собственно, получал шанс каждый шахматист. Естественно, конечно. На самом деле турнир дал шанс большому количеству шахматистов там, реально поучаствовать в распределении призовых денег. Да, которые вот были очень большими, еще скажем. По тем временам? По тем просто они были огромные. 30, 20... И по 15 за проигрыш в полуфинале. Это был очень классный проект, который как бы вообще дал какую-то надежду на то, что шахматы могут быть интересными, их можно показывать. Надо сказать, пиком этого было все-таки проведение матча на первенство мира на 107 этаже World Trade Center. Да, несуществующий на него World Trade Center. Да. Чтобы добавить еще вот такого, такой исторической параллели, первая партия игралась 11 сентября, конечно. То есть, чтобы вот 90-95 года, там тогда Джулиани, мэр тогда сделал первый ход. Так начался мой матч с Анандом. Но это уже 95-й год будет, в принципе. А 94-й год, ну, он был еще интересен, потому что там, там какие-то новые турниры появлялись. Потому что, на самом деле, менялась конфигурация шахматного мира всего. Старые формы, они все отмирают. Вот я сказал уже про Олимпиаду. Она должна была проходить в Греции. И это был, как я понимаю, там, согласованный план Кампоманосу Макрополоса по там, передаче Макрополосу правления Фиде. Да. Вот бразды правления должны были перейти Макрополосу. Но он полностью провалился, никаких денег он найти не смог. И Олимпиада реально зависла. Скорее всего, президентом стал бы Куатли, который был его конкурентом. В отсутствие Олимпиады, где там был бы, как бы конгресс прошел бы, и Макрополос полностью компрометирован, ничего бы добиться не смог. В тот момент уже появилась мысль о том, что надо бы вообще как-то там вернуться все как бы на круги своя. Отсюда выросла идея вот Олимпиады проведения в Москве, которую за 55 дней ухитрились организовать, провести в гостинице «Космос». Понятно, не лучшие условия были, но за 55 дней Олимпиады обычно не организовывали. Также там был конгресс ФИДЕ, на котором Кампоманоса там переизбрали президента ФИДЕ. Я понимаю, конечно, это все было, может быть, там через колено ломалось, но, с другой стороны, был запрос на объединение, на то, чтобы все-таки исправить то, что было сделано за год до этого. С 74 года вы начали работать с Юрой Дахаяном. Да. Но это на самом деле тоже вот момент вот перехода уже был, потому что Макарычев, ну, мне кажется, Серега понял, что истощился как-то. Тяжело. Тяжело уже было. У вас плодотворное было? У нас было очень хорошее сотрудничество. На самом деле, вот при нем я осуществил первый переход. Вот этот вот из 80-х в 90-е начал играть Е4. То есть вот там много разных идей, которые, в общем, ну, потом будут как бы формироваться. Но по-настоящему как бы работа профессиональная начнется именно с 94-го года, с Олимпиады. Вот надо вспомнить. Олимпиада московская. А когда там, я остаюсь по существу без как бы тренера, Сережа уходит, ну, Шакаров продолжает работать, но вообще надо найти кого-то, кто мог бы заниматься. И так вот порекомендовали вот Юра Дахаян, вот он пришел к нам домой тогда, может быть, даже уже по Олимпиаде было. И вот какие-то вещи начали смотреть. Сначала я даже помню, первое, что мы смотрели, это в Славянской вариант там, с жертвой фигуры в центре. Вот этот, он какие-то свои идеи там рассказывал мне. В общем, мы начали смотреть это. И вот сотрудничество пошло. Вот как бы вот Москва, на самом деле, вот 94-го года в этом плане стала такой переломным. Это все-таки внутренний комфорт. Юра с его такой вот настойчивостью, вот он там искал что-то. И я там какие-то идеи придумал. То есть вот все складывалось. Вот я даже помню, вот даже фотографии, как вот мы сидим там у нас там в Хорватии, там, тогда, в доме в Макарске, занимались уже мы так, то есть, значит, ну, там все там в майках, там уже, естественно, там, значит, просто Шакар все взял в рубашке. Значит, я с доской сижу, в принципе, Юра с компьютером, Шакаров с компьютером, Шакаров там дебютная часть, все, Юра там анализирует, а я занимался без, потому что надо было быстро соображать, то есть, чтобы не отставать от тех, у кого компьютеры. Ну, понятно, тогда компьютеры послабее были, чем сейчас. Тем не менее, вот эта обстановка, она вообще она была идеальна и на подготовке, и на турнирах. Во многом я считаю, что там турниры, удачные выступления, это результат того, что с Юрой хорошо готовились, опять, не всегда, может быть, были лучшие анализы, но
Но всегда был вот тот необходимый уровень душевного комфорта, который всегда позволяет... Добросовестный человек. Да, ну очень, да, вот было... Основательный. Вот, я говорю, все сложилось. И в итоге, как бы после Московской Олимпиады, Московского Конгресса, там вырисовывается план возобновления вот этого объединительного процесса. Был турнир 94 года, еще же классический турнир. А в 95 году это будет Рига, Новгород, Цюрих. Новгородский турнир, он, мне кажется, был на тот момент, конечно, самый представительный турнир на территории России. Вообще трудно сказать. Были аналогичные турниры Новгорода по силе. Может быть, в Москве там что-то проходило раньше, но потом уже, конечно, в 21 веке уже начнутся большие турниры. Вот, но все равно на тот момент это было там колоссальное событие. А и вот в Новгороде 94 год я там с Иванчуком боролся за первое место. Он переборол его на пол очка, да? По очкам разделили. По очкам, да. По семь из 10. Ну, там самое интересное, конечно, партия с Крамником была, потому что к этому моменту у меня уже комплекс Крамника сложился. И там я проиграл в Линаресе, потом проиграл в Москве в четвертьфинале Гран-при, а потом еще в финале в Нью-Йорке устроился. А что происходило? Вот, как бы, что он так собирался на партии? Не знаю, не пошло собой. Но у него же не было такого, он как бы, так сказать, не то, что он обыграл вас и всех остальных подчистую. Он как-то... Опять, ну, это же... Да, вот есть какие-то вообще... психологические особенности, вот там, удобный, неудобный соперник. Например, с Шировым у Крамника была долгое время очень непростая игра. А у меня с Шировым счет сухой. Просто, там, я не знаю, сколько там, 15-0, какой-то там зашкаливающий счет, ну, явно не отражающий просто соотношение в рейтинге просто. Но вот так вот, вот скажем, со мной Широв не мог играть просто. Потому что вся его игровая манера, она просто в холостую работала. А вот, а у меня почему-то с Крамником, ну, получалось, вот складывались вот так события, вот так партии, что вот... Uh-huh. Причем, видимо, одна проблема шла за другой. Поэтому, кстати, в Новгород был важным в этом моменте, в этом плане, потому что все-таки три неудачи уже. И мне очень хотелось, конечно, отыграться. И кроме того, как бы уже к этому моменту я какую-то новую идею подготовил. Ну, точнее, даже не идею, просто уже подготовил план вот в челябинском варианте. Ну, по-моему, там... Да, да, черный, Нет, ну да, потом он перейдет на Раузер у нас, ага. Там тоже дуэли будут. Вот. Но это то, что вот у нас было в Москве. Угу. Вот. Я, так как начал играть, вот Е4 вернулся в 91 году, то довольно был посредственно подготовлен к каким-то линиям, которые не были главными. То есть, скажем, например, в Челябинске были проблемы. Вот, я там точно не знал, что делать. И, скажем, перед нашим Рапидом в Москве, значит, я посмотрел на систему. Ну, вот решил сыграть то, что как бы, ну, вот, как бы, ну, какой-то рокировка, значит, конь С2, ладья Б8. Вот. И я пошел H4 здесь. Вот. Ну, тематический ход. Да, но здесь немножко это самое, здесь как другая. Здесь цель просто не дать слону войти, поэтому потом черный начал на слон G5 переходить. Вот, ну, слон G5, тут А4, другая проблема есть там. Ну, кстати, у меня очень хорошо складывалось вообще. Вот есть статистику, посмотрите, вот эти варианты. Я пошел H4 здесь, вот. И Крамник молниеносно сыграл конь E7. Очень быстро сыграл здесь конь E7. И вот это я говорю про Москву, про партию в Москве. Я сделал безобразный ход конь Е3, после чего там, там черные легко там просто там, меняются, но дальше у них нет проблем, белый там должен, по-моему, грамотно играть, чтобы там хуже не получить в какой-то момент. Вот. А, и я за доской так подумал, вот у меня мелькнула мысль, если побить, скажем, пойти там ферзь D2 и сюда рокировать. Надо было, конечно, так и сыграть, но уже, в принципе, я потом это подготовлю коня в шежеев. Вот. Кстати, кроме ход ферзь D2, еще ход слон D3 есть. Так я с ладье сыграл, по-моему, в Москве, если не ошибаюсь. Вот. Слон D3 и довольно легко выиграл, кстати, в 1994 году. Вот. На Олимпиаде в Москве. Да, правильно. Да, слон D3 пошел, это другая идея была. Да. Но с Крамником меня очень так заинтриговала идея, связанная с ферзь D2. Вот. Значит, тут разные возможности есть, в принципе, но на самом деле... Потенциально можно атаку создать. Вот. Значит, Крамник пошел D5 здесь, да? Слон D7. Слон B7 пошел, да. Слон B7, слон D3, D5, ED, ферзь B5 и длинная рокировка, да? Вот
ключевая идея была. Делаем сюда длинную рокировку. То есть вот. Вот. А, но очень интересная позиция всегда. Подул. Да. Подул. Я Е4 пошел. Е4 пошел, крамник, слон Е2. Ферзь А2, да? Да. Ферзь А2. Ну, с другой стороны, в общем, черную пешку сожрали, пока ничего не грозит. Но, с другой стороны, у белых тут есть какие-то возможности атаковать. Ферзь А6. Угу. Ферзь назад вернулся, конечно. Ферзь Е6. Вот. Я пошел здесь конь Д4, да? Конь Д4. И здесь крамник нерасслал ферзь Б6, да? Угу. Вот этот ход мы зевнули после подготовки, потому что там смотрели как-то ферзь Е5, тогда, по-моему, как что-то с F4, как-то здесь очень, угу. как-то очень красиво у всего белых тут выходит, все быстро. Вот. А крамник так подумал, пошел сюда, но, правда, потерял время уже к этому моменту. Угу. Вот, да, значит, да, я ладья H3 здесь, да, значит, начал выходить ладьей. Вот. Ну, что-то мы здесь зевнули, это король H8, да, по-моему? Угу. Король H8. Вот как-то вот не складывается. Вот. Я вот что-то смотрю здесь, как-то вот не получается. Вот я не помню, что точно, слон G4, помню, да? Слон G4. Вот где-то был, может быть, ферзь B6, какой-то был зевок у нас, как бы, смотрели, в общем, и я сообразил, что, в общем, ситуация, как бы, она здесь идет не по плану. Слон G4, слон D5, что ли, нет, как или? Ладья G8. Ладья G8. А, ладья G8, да, ладья G8. Ну, и здесь, как бы, я решил, что надо попробовать. Говорит, сразу. Ну, как-то нет, что-то надо сделать здесь как-то, да. Конь E6, да, конь E6, да. Ну, вот. Да, ну, я уже искал какую-то возможность игру обострить, но предельно. Значит. Ну, по крайней мере, тут конь E6. Значит, ну, теперь брать там шах, это ладья на D7 зайдет. Значит, ладья G6, поэтому. Ладья G6. Ферзь F4. Угу. Да. Ферзь F4. Он пошел ладья E8, крамник здесь. Да, он пошел ладья E8. Вот здесь он пошел ладья E8 здесь, да. Значит, вот, да. Здесь, конечно, ладья будет... Так, вот это как раз комбинация, которую я увидел это самое, и был просто весь напрягся, потому что можно не просто отыграться было, да, с крамником. Да, слон D5 опровергало у белых вообще. Начинали большие проблемы у белых. Вот, после слона D5. Вот. Но он пошел ладья E8, и на ладья D6 подготовил как вот ход конь D5. Ему казалось, что здесь... Но здесь я сделал просто ход, ну, всегда приятно такой ход сделать. Ход, то есть ты напал на ферзя, он напал на ферзя, а белый ход H5. Ход H5. Просто подставить ферзя. Да. Ну, вот это был, конечно, момент H5. Да, ну, ради этого хода стоило показать партию. H5, ну, черным делать нечего, они должны брать на F4. Так, тем красиво все было у него там. Он берет здесь, отберет все. Красивая тактика. Все взят, крайняя тактика, и белый ходит. Ну, то есть ферзь стоит под ударом, и белый делает ход H5. Очень редкая такая. То есть. Но черный не выбор. Ход F4, HG. Почему-то перед, опять, мат. Можно ладить, но это не мат, это еще там шай. Просто на конь H3 еще белый побьет, еще ЖФ тут дополнительно ЖФ побьет. Красота. Вот, то есть, да, он должен брать ферзь D6. Да. Ладья B7, король G8, GF, шах, король H7. Белых тоже ферзь появился, наконец. Конь бьет E6. Надо брать и слону в 5 шах. Чтобы закончить еще дополнительно. Король G8, ферзь G6. Король F8, ферзь F6. Король E8, слон E6. Вот. Ну, вот. Он сдал селю ферзь слон D7 шах. Да, ну, это уже... Красиво. Ну да, было, да. Ну и кроме того, психологически все-таки, да, как бы вернул себе определенную уверенность. Потом я еще выиграю уже у крамника вот этот Армагеддон в Париже, ну и уже будет как бы... Поспокойнее. Да, будет как-то будет, да, поспокойнее. Была еще Олимпиада в Москве, которую мы тоже выиграли. Хотя это была, наверное, моя худшая Олимпиада была. Опять я слишком там занимался организацией, конгресс ФИДЕ. Я был плюс 3, по-моему. Да. Но я выиграл три последние. Выиграл у Зураба, выиграл, у Шорта выиграл, у Юсупа выиграл. Uh-huh. Последние три партии, как бы, то, что он внес свою лепту в копилку куда-то. Ну, мы взяли первое место, при том, что команда... была хорошая, но никакого перевеса, который раньше был, у нас не было. Олимпиада была хаотичная. Это вот. Но тем не менее, прошла Олимпиада. Идут же параллельно вот эти отборы. Uh-huh. 94-й год еще был там... Мало того, что было
несколько турниров Intel Grand Prix, так еще, значит, были классические турниры, а еще были отборы, параллельно шли. У нас первый был, по-моему, в июне 94-го, просто в Trump Tower в Нью-Йорке они играли квалификацию, там, где Камский обыграл Крамника. 95-й год, значит, начинаются у нас опять и Гран-при, значит, в Москве я там помню, значит, добрался до полуфинала, проиграл Ананду в полуфинале. В Москве мне так было. Сначала я проиграл в четвертьфинале Крамнику, потом проиграл в полуфинале Ананду, а в 96-м году, в последний колесо, проиграл в финале Крамнику. Добирался, то есть сказал, не хватило еще одного турнира, чтобы выиграть. Еще бы один, и точно бы выиграл. Да. Потом, правда, я выиграл в 95-м году турнир в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я выиграл у Крамника в Армагеддоне. Да, сделав ничью черными. Да, смирил гордыню, выбрал черный цвет. После комедии ошибок, пешка-то мышка, Крамник там не выиграл, у меня оппозицию не взял, я помню. Вот, значит, допробился в финал, и в финале я Венчика выиграл. Вот очень легко выиграл. Кстати, хороший матч 2-0. И потом в 95-м году снова выиграю Париж. В финале у Крамника уже парижский турнир. Но главное, конечно, матч на первенстве мира. Потому что там, как бы, с одной стороны идет вот эта ветка там Фиде, там, ну, там, меня меньше интересовало. Кстати, у Фиде не было понимания, где проводить матч. А у нас там финал был Ананд Камский. Ананд, кстати, очень хорошо выиграл матч. Очень интересный матч был, содержательный. Ну, я понял, что это будет... Это не шорт. Это будет серьезный соперник. Но если про партии 95-го года говорить, то там, наверное, две партии именно с Анандом можно. Но одна, это, наверное, все-таки в Риге. Мемориал Таля был, да, вот мы провели там. Я откуда-то? Сильно удивил, видишь. А это вот мы с Макаровичем начали. Это вообще... я после того, как начал играть шотландскую в 90-м году, значит, я начал смотреть вообще на разные древние дебюты. И интересно, что в Лондоне в 93-м году, после окончания матча вот, с шортом, когда надо было там чем-то занимать публику, вот Кин тогда предложил разные гамбиты играть. Просто, значит, и помню, что в первой партии там как раз вот гамбит был, там, значит, я должен был играть белыми, там было b4, слон будет b4, c3. Значит, да, и значит, дальше, значит, надо делать какие-то ходы. Вот как бы вот. И мы с Макаровичем все это смотрели просто, ну, ради интереса, да. И потом после этого начали смотреть именно более внимательно, как бы, ну, гамбит, конечно, гамбит, потому что, скорее всего, мы там уже тогда понимали, что слон А5, D4, D6, скорее всего, самое четкое решение. Вот. Но Ананд сыграл слон Е7. Этот ход, как бы, тогда и тогда шорт он сделал в этом. Да. В этой показательной партии. D4, конь А5. Ну, это идея пешку отдать обратно, и, в общем, дальше все будет хорошо. Конь E5, бьют на C4, D5, и, в общем, ну, в черных там нормальная позиция. Вот. И у меня родилась идея, помнишь, когда вот я думал, а если, хорошо, а если попробовать продолжать играть вот без пешки? И конь туда ушел куда-то. Вот. Ну, понятно, что черные могут вернуть пешку ходом D6, такой-то, ферзь D4, шах C6, такая возможность тоже есть, но это все-таки возвращение пешки. Вот. А после еды есть неожиданный ход ферзь D4. Вот это такая вот совершенно рваная игра, потому что если посмотреть, ну вообще это безобразие. Что это белое дело? Как бы, тут пешки нету вообще. Это все стоит вот здесь, когда вот так шахматы не играют. Вот. В развитии перевеса нету. Вот. Но на самом деле тут очень динамичная игра. Вот, который, и надо сказать, что для Ананда это было полным шоком вообще. Потом мне там Фред Фридлер расскажет, что Ананд после этой партии, ну, перед матчем уже там, они изучали все там гамбиты, какие-то королевские партии 19 века просто изучали, просто чтобы разобраться на всякий случай. То есть это такой эффект возымела партия. Е5, конь С6, почему-то вроде бы черные же все фигуры подвели обратно уже здесь. Вот здесь именно нюанс, что вот белый минимальными силами создают, в общем, дискомфорт. Ну, в принципе, есть даже, может быть, жертва качества, есть рокировка слона 6G6 пойти, может, такое тоже можно сделать. Вот, но как-то качество отдавать не хотелось, как бы. Да, значит, да. Вот, не торопился. Значит, я рокировку сделал. Да, рокировку сделал. Вот. Вот, ну, теперь опять, рокировка там у белых, там возможности, там, ну, я же говорю, качество белого брать не обязаны. Довольно быстро, как бы, все фигуры там выходят, там, потому что я смотрел там, всех, там, варианты, какие мы проводили, там, рокировку, по-моему, слон А6, рокировка слон А6, по-моему, да? Слон А6, ладья, и С4. С4, потом конь С3, там, как-то там, в общем, у белых динамичная игра такая-то, на самом деле, тут вот так. Поэтому я говорю, что, как бы, отдачу качества там, я все равно бы не брал бы эту ладью на F8.
Не, она решила пока как бы не торопиться с этим. Ну, сейчас разовьюсь, D5, слон E6. Ну, проблема в том, что он не успевает все сделать. Конь B6. Угу. Хотя, кажется, опять все хорошо вчера. C4, да? C4. Вот. D6, да? Угу. D6. Ну, опять, ну что, черных пешка лишняя. Как бы все крепко здесь. Значит, и здесь я пошел... Да. Я пошел ладья D1 или конь C3? Ладья D1. По-моему, конь C3 можно было пойти здесь. По-моему. Можно было. Да, конь C3, мне кажется, надо было здесь вообще. Слонов. Или слон, да. Ладья D1, и она пошла конь D7 здесь. Да. Вот. Вот. Вот здесь страшно доволен был. Угу. Вот, что, ну как, все тоже как бы теперь-то понятно. Укрепился. Укрепились, да, укрепились. Вот, но тут, значит, я пошел конь C3, слон H6. Слон H6. Все, а вот теперь я начинаю слон H6. Угу. И тут Адан понял, что рокировать, может быть, не удастся. Угу. Как бы сразу до начала. Он побил конем здесь на E5. C5. Ну, конь C5 побил. Угу. Я побил конем. Да. Конь E5. И я пошел здесь конь C3, да? Конь C3. Конь C3. C5 сильнее сразу было ходить, угу. Наверное, было. Вот. На самом деле, как бы, меня это вполне устраивало, потому что здесь все равно, я чувствую, динамика большая. Он пошел F6 тут. Ну, это, по-моему, лучший ход, да, кажется? Ну, на самом деле, тут же нюанс в том, что как бы, он слон F6 надо было ходить, да, здесь? Да. Слон F6 надо было ходить. Или слон H4. Да. Или слон H4. Ну, в общем, здесь можно было... Ну, он опять как-то считает, ну, так где-то не должно быть. Две лишние пешки, пальцы крепко. F6, сейчас конь F7 пойду, и ну, все, да, ну, две пешки, ну, ничего же было не успеет сделать. Сам не успевает, C5. Угу. Конь F7, CD. Блин, на слон D6, слон B5 шах неприятно, да, если не ошибаюсь? Угу. Слон B5, C6, слон F4, там, да, возникают, да. Возникают большие проблемы. Вот, после, вот поставить шах... C6, слон F4, и черных серьезные проблемы. Ну, видимо, неразрешимые. Вот, значит, он пошел CD здесь, и здесь очень сильный ход ферзь E3. То есть слона-то, конечно, он забирает, но рокировку сделать не может. Просто рокировку сделать невозможно здесь. Вот, он забрал слона здесь, конь H6, да. Ферзь H6. Слон E6 или... Слон F8. Я вот смотрю, тоже, я не понимаю, что это настолько плохо, да? Куда здесь, как король на E8 стоит, да, все хорошо, конечно. Ну, кроме того, много открытых линий, диагонали у белых. Тут просто, значит, рано или поздно, конечно, слон F8, ферзь E3 шах, король F7, вот, конь D5, да? Конь D5. Ну, опять, черных две лишние пешки, но готовится ладья С, ладья С7. Просто на самом деле пешки никого особо не волнуют здесь. Слон E6. Конь F4, да, вот, конь F4, конь F4 напал, ферзь E7, да. Здесь по сходу ладья E1. Тут, засада. Тут не выдержал. Она не выдержала здесь просто. Нет хода. Просто... В книге написано так, помню, Анан с печальной улыбкой молвил. Судьба нашего матча будет зависеть от того, как часто Каспаров станет применять гамбит баланса. Нет, здесь просто вот слон H6, например, если связать, то просто тупой станс. Слон C4 тогда уже ферзь защищен. Но тоже миниатюра все-таки. Притом, что опять это же не 19 век, там все жертвовать, а именно вот такая большая динамика, и опять такое новое слово.